Добрый день, уважаемые радиослушатели и телезрители. Вы слушаете программу «Дюйне Дюбюрте». Сегодня мы говорим о такой актуальной теме, как будущее Европы, закат или рассвет. Эту тему мы решили обсудить с очень известным человеком в Европе и в Евразии, выдающимся политиком, политиком Республики Польша, президентом Фонда международной толерантности, экс-заместителя министра иностранных дел Польши, опытнейшим тренером, гражданином-лидером в Польше, в Восточной Европе и в Центральной Азии. Я вам представляю господина Кшиштофа Становского. Салам алейкум, доброе утро. Доброе утро. Тогда, исходя из темы, к вам вопрос очень простой. Будущее Европы. Закат или рассвет? Пожалуйста. Когда даудыцы мы разговаривали, на самом деле это какой-то закат. Я подумал, какие новости в последнее время появились. Есть ли такая ситуация, что с Европы в Африку, в Россию, на Ближний Восток огромный поток беженцев? Mm-hmm. Что люди убежают из Европы, чтобы найти спокойствие в Африке, в России, на Ближнем Востоке. Кажется, что этого нет. На mm-hmm. самом деле есть так, что Европа меняется. Европа прожила свой очень страшный закат во время Второй мировой войны. И это было поражение, и это было время, когда все поняли, что что-то надо сделать, что этот континент, который был полный войн, конфликтов, в котором национальным героем можно было стать в течение последних 400-500 лет, убивая соседей, или чтобы соседи тебя убили, mm-hmm. что надо это построить по-другому. И то, что мы смотрим, начиная с годов прямо после войны, это попытка быть вместе, попытка разговаривать и попытка строить вместе. С польской точки зрения я могу сказать, что когда мы боролись в солидарности, я был одним из членов солидарности, одним из членов этих 10 миллионов людей, которые в Польше пытались поменять нашу судьбу. Поменять судьбу с Варшавского договора на НАТО, поменять судьбу с бедности до нормальной жизни. И тем, что объединяло всех, и объединяет всех до сегодняшнего дня, это быть частью Европы, не быть частью Азии. Не пытаться быть ближе Африки. Это не критика других континентов, но Европа привабливо. Есть люди, которые говорят, это все заканчивается, это уже все. Оказывается, что это не такая ситуация. Мы только после выборов во Франции, где во втором туре было двух кандидатов. Один кандидат, Мари Ле Пен, предлагала уходить из Европы. И она проиграла. И когда людям надо было высказаться, на самом деле вы хотите развалить Европу, французы сказали нет. Были местные выборы в Германии. Кажется, тоже стабильно, нормально, разнообразные силы, но побеждают. Это значит, что на самом деле есть так, что Европа будет меняться, так как она менялась каждые 15 лет. Безусловно, есть сложные опыты. Опыт сотрудничества и участие Греции в еврозоне и Евросоюзе оказывается быть сложным. Сложным для всех есть, если кто-то обманывает в экономии, если кто-то не рассчитывается, если кто-то не выполняет тех договоров, которые есть. Потому что Европа – это не полицейская страна. Это не страна, в которой
есть большой полицейский, который сторожит, чтобы все делали как надо. Нет, это более клуб стран, которые договорились и которые по-честному выполняют эти договоры. Понятно, что есть вызовы. И их несколько. Первым, о котором не надо забывать, и которым очень влияет на мышление в Евросоюзе, это оккупация Крыма, это конфликт в Украине. Мы давно не имели войны так близко к границе Евросоюза. Границы войны, которая угрожает нам всем. С другой стороны, на юге Европы, на Ближнем Востоке, прежде всего в Сирии, в результате распада практически стран, конфликта, поток беженцев, который есть, можно сказать, шоком для Европы, который ставит под знаком вопроса международную солидарность. И это есть реальный вызов. С другой стороны, кажется, что в демократических странах есть ситуация, в которой специально, если они децентрализованы, если большинство решений принимается на местном уровне, есть способность реагировать на кризис. Потому что мы точно понимаем, что мы никуда не денемся. Мы, европейцы, будем между Ближним Востоком, Африкой и Россией. И это есть наше место жить. Никуда не денешься. И надо решать вопросы. И если смотрим на то, как идет разговор, который относится до Брексита, Брексит был шоком и для Великой Британии, был шоком и для Европы. Но после этого шока все задумались, каким образом нам тогда жить. С этого тоже возникают думки, как менять демократию. Стоит ли такое фундаментальное решение принимать маленьким большинством? Хватает ли, чтобы один человек больше переголосовал по какому-то вопросу, чтобы стопроцентно менять направление действий, менять политическую ситуацию? Думаю, что результатом из этого будут чуть-чуть новые процедуры, чтобы такие решения, фундаментальные решения, не принимались только одним действием. Еще одно, что надо понимать про Европу. В Европе сложность тоже потому, что граждане активны. Это не являются решения только одних лидеров. Это ситуация, где граждане имеют возможность напрямую высказывать свое мнение, напрямую объединяться, напрямую высказать правительству, что есть самым важным. А кризисы, они всегда были, они будут. Это нормальное состояние. Политические реальности. Это своего рода рост страны, рост региона, да, кризисы, когда создаются. Это тоже возможности, как говорил Джон Кеннеди, да? Честно говоря, на примере Польши. Когда мы победили в первых выборах, кризис был огромный. Инфляция была 40% в месяц, 450% в год. Можно сказать, что мы обанкротились. Сегодня Польша с успешной экономической страной, 25 лет позже, есть примером для многих стран. Понятно, что есть тоже свои проблемы, но
но никакого сравнения с тем, что было. Были пустые магазины, у людей не было денег, и не было надежды. А это можно было изменить, и важным было, чтобы реформы сделать глубокие и относительно быстро. И это получилось. И если сегодня смотрим на то, что происходит в Европе, смотрим на поведение Сербии, Черногории, эти страны более хотят присоединяться, да, к НАТО, к Евросоюзу, чем убежать от него. С другой стороны, всегда, когда в семье появляются новые члены, у них есть свой культур-мультур, они приехали с других традиций, они не такие знакомые, и необходимо чуть-чуть времени, чтобы их узнать, чтобы понимать их ценности, чтобы понимать их особенности. Это точно как здесь, в Средней Азии. То есть нужно время адаптации, да? Необходима адаптация, необходимо понимание друг друга. Я никогда не забуду, когда Польша вступала в Европейский Союз, многие вопросы, которые мы ставили, были новыми для стран старой Европы. То, что мы говорили тоже про Украину, про Беларусь, про ситуацию там, честно говоря, никто этим не занимался до момента вступа Польши в ЕС. Украина была относительно далеко от границ Евросоюза. И эти границы не так сильно поменялись на юге, на западе, где континент ограничивает Евросоюз. На востоке они поменялись очень сильно. И страны, такие как Польша, более где-то 40 миллионов людей, это реальный вес в Европейском Союзе, да? В Европейском Союзе. Спасибо, господин Шистов. У нас в передаче «Дюйно Дюбертю» гость из Польши, экс-заместитель министра иностранных дел Польши Кшиштоф Становский, автор и ведущий, эксперт по международным делам Едиль Асламбетов. Господин Шистов, тогда такой вопрос. Вот в начале этого года, 2017 года, многие международные организации, аналитики давали прогнозы будущего Европы. Тогда еще никто не знал, как произойдут выборы во Франции в апреле. Как будет с Черногорией, вступит ли она в июне 2017 года. И вот есть такая известная американская частно-разведывательная аналитическая компания Stratfor, которая в январе 2017 года опубликовала прогноз развития геополитических событий в 2017 году. И вот если вот брать в общем, что происходит, мы можем прийти к двум выводам. Один из них такой пессимистичный, где четко написано, что для Европы 2017 год будет сложным годом, остаются прежние политические и экономические риски. Есть риск национализма, популизма, противоречия будут между другими странами в составе Европейского Союза из-за стратегических взглядов, низкий экономический рост, высокий уровень безработицы. И все это вместе взятое, мигранты, угрозы экстремизма, терроризма, все это в конце приводит к тому, что Европейский Союз, члены Европейского Союза будут отделяться друг от друга, и в конце концов это приведет к тому, что Европейский Союз как единое экономическое гуманитарное пространство перестанет существовать. Это такая пессимистичный, да, прогноз. Есть такой положительный или позитивный прогноз, который говорит о том, что Европа преодолеет этот кризис. Выборы мы сейчас видим, что в апреле 2017 года победа Макрона показала о том, что мы все-таки вот эту тенденцию негативную, которая была начата с Трампа, потом с того, что происходило в Европе в начале 2017 года, она преодолена. И третий вопрос заключается в том, позитив, это то, что Европа в конце концов имеет гигантский исторический опыт решения проблемы мигрантов и безработицы,
и терроризма, и национализма. И в конце концов Европа в 2016 году все это преодолеет и выйдет на совершенно новый период. Как вы думаете, какой из прогнозов более такой вот объективный, или может у вас свой взгляд на это? Эдельбеке, первое, я бы хотел сказать, надо быть осторожным при всем уважении с политологами. Никто из них в свое время реально не говорил про распад Советского Союза. Это случилось. И обычно от политологов мы слышим, ну, будет или хорошо, или плохо. Как кажется, что будет в Европе? Безусловно, люди испугались национализма. Безусловно, люди испугались, чтобы мы не вернулись до ситуации вокруг Первой или Второй мировой войны. Откуда эта реальная угроза? И где есть реальная угроза? До сих пор, когда большинством тех, которые голосуют, и большинством политиков, были люди, которые помнили, даже если не лично, мировую войну, они понимали, что Евросоюз при своих всех ограничениях, тупостях, там есть много ограничений, и это очень дешевый вариант, чтобы сохранить мир. Это очень прагматично. И очень сильно это тоже поддерживает бизнес. Бизнесу нужен мир, бизнесу нужен большой рынок, возможность обмена. Что и Европа предоставляет, да? 500 миллионов потенциальных покупателей. Безусловно, это по сравнению с национальными странами, это на 100 раз больше. Молодежь этого не ощущает, потому что она не помнит времени с войной, с конфликтом. С другой стороны, наша молодежь очень отличается от нас. Они не понимают, что такое граница. Молодой человек с моей страны, с Польши, может доехать до Португалии, не показывая ни один раз никакого документа. Он садится на поезд и едет до Португалии. Что он в этой Португалии может сделать? Первое. Может там учиться на университете. На тех самых условиях, значит, если для португальцев там бесплатно, для поляков там тоже бесплатно. На тех самых условиях, что все остальные люди. Третье. Если хочет, может устроиться на работу. И никто не имеет права сказать ему, ты поляк. Окей, если бы он хотел стать нотариусом, это очень ограниченный... Процедуры юридические. Есть юридические процедуры. Понятно, что если бы хотел быть гидом в Севилье, ему надо знать язык. Но каждый, кто хочет там быть гидом, должен знать язык. Это нормально, это естественно. Это нормально. Никто не имеет права сказать, ты из Польши. И это очень сильно ощущает молодежь. И она к этому привыкла. И идея, что все это теряем, что закрываемся в маленьких районах и будем там жить в закрытых стенах, для них... неприемлемо. И это есть как бы, почему есть оптимизм. Безусловно, это значит, что очень важным вопросом есть образование, очень важным вопросом есть то, чтобы мы лучше понимали друг друга. И примером таких программ, которые строят будущее Европы, на самом деле, нормальное будущее, есть, например, программы обмена молодежи. Сегодня стандартом есть, если ты учишься на университете, то как минимум полгода ты учишься в другой стране. Между Польшей и немцами, это сложная история, мы создали программу обмена молодежи, в которой взяло участие вместе с собой, было как минимум одну неделю
более чем 2 миллиона молодых поляков и немцев. Mm-hmm. Они большая просто... цифра, в общем, 2 миллиона, да? 2 миллиона. Это за 15 лет. Mm-hmm. Это значит, что практически каждый третий, четвертый молодой человек был в Германии, жил там неделю, имеет друзей. Это есть способ, чтобы строить отношения не только на уровне политиков, не только на уровне европейских структур, в которых я тоже брал участие, но тоже между людьми. Сегодня очень интересный фактор. В Берлине, я только что был в Берлине и услышал это, в Берлине есть более предпринимателей с польским паспортом, чем с турецким паспортом. Сейчас, да? Уже, сейчас. Да? И это показывает, что это есть нормальная ситуация. И повернуть этих всех людей домой не хочется, они не собираются возвращать. И даже после Брексита одним из самых фундаментальных вопросов для Великой Британии, как не потерять того, тех привилегий, которые имели британцы в Европейском Союзе, и наоборот, чтобы те жители других стран Евросоюза, которые переехали в Великобританию, чтобы их права тоже защищались, чтобы они не теряли пенсии и так дальше, и так дальше. Нету варианта, чтобы это был очень жесткий развод. Mm-hmm. В том плане я оптимист. Другое. Постоянно видим, что для соседних стран Европа интересная и привабливая. Только что Украина, украинцы получили безвизовый режим, можливость въезда без виз до Евросоюза. Такие права имеет Грузия, такие права имеет Молдавия. Количество стран, которые пытаются наладить отношения и экономические, и привилегии просто приезжать, точно то, что сделал Кыргызстан, открывая возможность безвизового въезда. И видим это в результате. Видим туристов, видим, что Кыргызстан, не только туристов, Кыргызстан начинает быть присутним в мышлению людей. Сегодня поездка в Кыргызстан для жителей Европы это не типично туристическая поездка, но нормальная поездка до таких стран, к каким европейцы очень часто ездят, как Монголия, или как юг, разные дестинации в Африке. Начинаем понимать, где находится Кыргызстан, потому что просто можно купить билет, можно полететь, можно посмотреть город, можно поехать на Иссык-Куль, можно быть в горах. Это то, каким образом страны становятся ближе, несмотря на географическое ограничение. То есть гигантские географические пространства в современном мире не такую большую роль играют, да? Это зависит еще и от внешней политики, которую страна проводит, и тех процедур, которые она открывает или закрывает возможности для других стран, да? И тут есть очень важный принцип, в котором очень важно было и не была инициатива Польши. Мы решили, как Евросоюз, что в отношении к нашим соседям мы готовы использовать принцип more for more. Mm-hmm. Если у вас более реформ, если у вас более порядочности, если вам более можно доверять, если вы более стабильны, вы получаете более привилегий. Если вы контролируете свои границы и можете гарантировать
ситуацию, возможный безвизовый режим, необходимы биометричные паспорты и так дальше. Но это технические вопросы. Это процедуры, процедуры, да? Если выполняешь эти процедуры, получаешь больше. И это не по политическому признаку. Есть стандарты, и надо на них отвечать. Если отвечаешь, имеешь шанс быть ближе. Спасибо, господин Кшиштоф. У нас в студии Дюйно Дюбюрту, гость из Польши, бывший заместитель министра иностранных дел Польши, господин Кшиштоф Становский, автор и ведущий программы Дюйно Дюбюрту, эксперт по международным делам Эдиль Асламбетов. Господин Кшиштоф, тогда такой вопрос к вам. Вот страны Центральной и Восточной Европы совместно пытаются создать какое-то будущее. Они не совсем давно находятся в Европе, да? Вот, если брать исторический короткий период, там с конца 80-х, начала 90-х годов. И как вы думаете, Польша может стать флагманом, который все-таки в политическом, экономическом, может быть, военном, гуманитарном объединит все страны Восточной Европы, чтобы они более интернировались с Европейским Союзом? Или это вопрос все-таки сложный? Первое, не надо забывать, что было такое время, что Речь Посполита, что Польша объединяла многие народы. А было такое время в 16 веке, когда это была единственная страна в Европе, в которой была религийная толерантность. Сегодня те страны, которые вошли в Евросоюз 25 лет тому назад, или что такое, у них было советское прошлое. Можно сказать, что это их объединяет, но только до какой-то степени. Специально сначала это было очень важно. Мы выходили с похожих проблем, мы внедряли похожие реформы, и у нас была одна общая цель – войти в Евросоюз. Есть вопросы, которые объединяют более-менее эти страны, а есть такие, которые относятся только к части стран. Например, в Европе имеем очень сильное сотрудничество, связанное с Балтийским морем. Но понятно, это относится к Прибалтике, к Польше, к Германии, но это не будет относиться до Венгрии, до Чехии, до Словакии. Это свои проблемы. Есть проблемы, которые вызовы, связанные с более Южной Европой, с Черным морем, где Польша не имеет напрямую доступа до моря, но имеет интересы в этом бассейне. Там Прибалтики обычно не будет. Есть одна инициатива, которая нас объединяет. Это из Восточного партнерства. Это возможность сотрудничества, специального сотрудничества с ЕС, стран с Восточной Европы. Это относится к Беларуси, к Украине, Молдавии, Армении и Азербайджану. Грузии, понятно. И эти шесть стран в результате инициативы Польши и Швеции, но это была инициатива стран, которые в свое время были в частью Советской империи, и чтобы этим шести странам дать возможность более тесного сотрудничества. Это, можно сказать, похожая инициатива для этого, что было на юге, что есть на юге Европы. Похожая программа, большая программа, которой лидером есть Франция. И, безусловно, лидером программы Восточного партнерства, в смысле инициативы, была Польша. И есть до сегодняшнего дня Польша. Если смотрим на результаты этой инициативы и сравниваем с тем, что получилось на юге Европы, можем сказать, что это огромный успех. Половина из стран, которые были приглашены до этого партнерства, там тоже
была возможность участия России, Россия решила, что этот формат не относится к ней. Половина из этих стран добилась безвизового режима с ЕС, добилась ситуации, в которой имеют подписаны DCFTA, договоры по экономичному сотрудничеству, которые дают им практический доступ до экономической, экономического сотрудничества, и они участвуют в более и более глубоких программах. И в том смысле Польша может являться лидером. С другой стороны, лидерство – это тонкий вопрос. Надо с уважением относиться до всех. И это есть причина, для которой я не думаю, что это кто-то формально так назовет. Хорошо, извините, господин Кшиштов, я приведу факт, чтобы подтверждение вас, что лидерство Польши будет. Вот есть данные Европейского Союза, где четко написано, что в последние годы Польша провела несколько важных реформ и хорошо справляется с кризисом. Она наращивает свое влияние в Европе и в мире, и к 2020 году может стать второй по значимости страной ЕС. Как вы к этому относитесь? Спасибо за этот оптимистический подход. Честно говоря, я верю в Польшу. В том смысле, что мы прошли дорогу с банкрута во время кризиса 2007 года, 2008, 2009 года. Мы были единственной страной, которая постоянно в Европе, которая постоянно экономически развивалась. А безработица постоянно снижается. Есть свои проблемы у Польши, но видим и наблюдаем более и более сотрудничества тоже на международном уровне с Китаем, экономический обмен с Китаем, с другими странами. И это есть показатель. С другой стороны, если смотрим на вопрос, который имеет огромное значение в Европе. Польша сделала огромный прорыв в образовании. Сегодня качество образования в городе и в селе не очень сильно отличается в Польше. Качество по международным стандартам образования средней школы есть, в смысле результаты образования, знания, умения учеников, есть где-то на 4-5 месте в Европе. Выше Германии, выше Франции, выше Великой Британии, Испании. Это показывает, почему такой потенциал возможный. Безусловно, специально во время, когда министром закордонных справ зарубежных дел был Радек Сикорский, сотрудничество с Германией и работа совместно с Германией и взаимопонимание было очень высокое, и это давало возможность на самом деле влиять на европейскую политику. Реально голос Польши был тем голосом, который собирал часто голосы Восточной Европы, а совместный вес этих голосов был значительным в Европе в многих вопросах. Чтобы решать, да? Хорошо, спасибо, Кшиштов, за откровенный ответ. Вопрос такой, а как быть с новыми государствами, которые могут образоваться на территории уже существующих членов? Ну, я имею в виду, допустим, в рамках Европейского Союза есть такие, ну, скажем, провинции, да? Шотландия, Каталония, которые тоже стремятся стать независимыми государствами, может быть, в рамках ЕС и так далее. Не подрывает ли это вот основ Европейского Союза? Все-таки формирование новых государств Шотландии и Каталонии приведет, может, к таким, ну, тяжелым последствиям. Как вы думаете? Первое. Когда мы думаем про
страны Евросоюза, то огромное большинство из них имеет очень сильное местное самоуправление. Это значит, что по сравнению со странами Средней Азии, там относительно мало власти у президента и у правительства, а намного больше в районах в регионах, муниципалитетах. Это разделено, это зависит от страны. Децентрализация, да? Децентрализация или централизации там никогда не было. Понятно. Это не исторически. И это обозначает, что на самом деле очень много решений, на 100 раз больше решений принимается на местах, а не в центре. История Чехословакии. Okay? Была такая страна, как Чехословакия. Она разделилась на Чехии и на Словакию добровольно, мирно, без конфликта. И они разом вошли в ЕС. То есть такой цивилизованный, да, был подход, да? Ну, цивилизованный подход. Что-то случилось страшного? Не очень. Если до этого мы помним, что и в одной, и в другой стране будет евро, и что жители и одной, и другой страны будут иметь неограниченную возможность переехать на другую территорию, это принцип ЕС, и неограниченную возможность экономических активностей делать бизнес, это не есть так значимым, как мы думаем об этом в Средней Азии. Это ситуация, когда есть открытые границы, равные права, до таких мелочей это доходит. В Европе в то лето сносим роуминг. Это значит, что запрещено брать добавительные деньги за то, что ты звонишь с любой точки Европейского Союза. С любой точки. Роуминга нету, да? Роуминга нет. Это тоже укрепляет, да? Снимает многие барьеры. И есть люди, которые вообще сказали, что дешевые авиалинии сделали больше, чем политики для объединения Европы. Ну, это что тоже... открытое небо. И в результате то, что ты за $20 спокойно можешь пролететь на другой конец Европы. Европы. Это есть те моменты экономические, которые очень важными, которые с ежедневными. Этот роуминг, подумайте в Средней Азии, что просто проезжаешь границу, не показываешь паспортов. Обычно на границе есть снижение скорости до 90 км в час. И это значит граница. Это есть возможным, сложным. Как сложным? Опять, давайте подумаем про Среднюю Азию. Это сложный процесс, но мы его добились. Спасибо. Тогда такой вопрос. Более такой, может быть, он жесткий. Насколько сейчас популярна идея единой Европы среди ее граждан, ну, на фоне кризиса мигрантов, беженцев, экстремизм, терроризм? Пожалуйста. И простой, и сложный вопрос. Потому что обычно есть так, что все недовольны. Все недовольны из кризисов, из экономической ситуации, которую все бы хотели, чтобы было лучше. Безусловно, с того, что другие регионы не так эффективны, и другие правительства не так эффективны. Откуда берутся беженцы? Откуда берутся эти проблемы? Мы их создаем? Нет. Это обозначает,
что есть страны, в которых жить так страшно, что граждане убежают. Убежают до нас. Угроза жизни, да? Это есть угроза жизни. Если люди прыгают и перебираются на лодках, и реально часть из них тонет, и они знают, что это может случиться. С детьми плынуть через море до Европы, это значит, что они на самом деле испуганы, что у них ситуация есть страшная. И это показывает тоже, что на самом деле в том плане Европа – это безопасное и успешное место. И не надо этого забывать. Плохое место не стремятся, да? Не стремятся, но никаким образом не... Есть место в мире, где очереди беженцев нету. Второе. Люди привыкли до разных привилегий. Это есть огромная честь и привилегии, практически привилегии, иметь паспорт, на котором есть написано не только Польша, Германия, Испания, но тоже Евросоюз. Это что-то значит. Это дает тебе образовательные возможности, экономические возможности. Это дает тебе разнообразные шансы. Это нам вместе дает возможность разговаривать вместе с большими странами, с Китаем, с Россией, с США. Это вместе мы намного сильнее. Это обозначает солидарность. Но это геополитический вес больше страны, да, получается? Это геополитический вес, а с другой стороны, точно понимаю, и это правда, что экономически Азия, Юго-Восточная Азия, начинает быть более-более важна, начинает быть более значима в мире. И понятно, что есть такие опыты, они отсюда недалеко. Мы помним, это не так давно было, как было Персидское империю. Сегодня его нет. Мы бы не хотели, чтобы европейские, не империя, европейский договор скончался таким образом из-за внутренних конфликтов. Будем жаловаться. Будем иметь своих националистов, которые будут кричать, нам надо уходить, нам будет лучше. Но они как бы то лично не кидают этой Европы и не убежают в Африку. Но они остаются в Европе. Да? Они остаются в Европе, и мы тоже останемся в Европе. И еще раз хочу сказать, угроза войн есть реальной. Мы это видим. Мы видим войну, яка происходит в Украине, мы видим войну, которая происходит в Сирии, и мы точно понимаем, что это не есть путь, которым мы бы хотели пойти. И граждане Европы сделают все, что возможно, чтобы политики понимали, что мы пойдем другим путем. Спасибо. Хорошо. Тогда такой вопрос. Все-таки вы, есть и другая точка зрения на те события, то, что происходит на Ближнем Востоке, в других частях света. И вот если считать российские СМИ, российских политиков слушать, и многие граждане СНГ очень сильно верят, что, в принципе, проблема беженцев – это результат деятельности европейских стран, вмешательства во внутренние дела, попытка свержения там режимов. Если бы европейцы там, или американцы не вмешались бы в Сирию, там, на Ближний Восток, в Северную Африку, в ту же Ливию, да, то не было бы этого потока беженцев. И это как бы плата Европы за те действия, которые она проводила во внешней политике. Как вы к этому относитесь? Первое, как поляк, я должен сказать спасибо тем всем, которые, когда мы поляки,
движение солидарности, боролись за свободу и хотели построить демократию, были люди, которые нам чуть-чуть в этом помогали, которые оказывали солидарность. И если сегодня говорим про успешную Польшу, экономически сильной, стабильной, демократической, это тоже благодаря тому, что когда мы хотели демократии и хотели свергнуть режим, который был в Польше, мы ощущали солидарность других. И эту солидарность стоит оказывать. Было такое время, когда в политике говорилось, это внутренняя справа, если авторитарный президент убивает своих граждан. Мы со стороны, с другого государства, не имеем права вмешиваться в то, что он их убивает. То есть это вмешательство в внутренние дела, да? Такая, ну, вмешательство, да. В Европе это закончилось Холокаустом, это закончилось советскими лагерями. И мы понимаем, что с одной стороны необходимо уважение для независимости, суверенитета, абсолютно. С другой стороны, не имеем права абсолютно сказать, это нас не интересует. Потому что реальным ответом на то, что вы сказали, было бы, это не наши граждане, пусть они возвращаются. Нет, этого нету. При всех проблемах беженцы, которые на самом деле есть беженцами, есть политическими беженцами, имеют право и получают право на жизнь. На потому, убежище, да? Но это значит право на жизнь, потому что они бы часто через Польшу в течение последних 25 лет прошло, в Польше появилось 90 тысяч чеченцев. 90 тысяч людей, для которых жизнь в своей, на своей территории, там, где была страшная война, где она практически не закончилась, и мы спасли их жизнь. Вы думаете, что было бы правильным вернуть их на границу? Сказать, это наш дом? Не. Второе. Безусловно, есть так, что делаем ошибки. Но с другой стороны, одной из ошибок, и это Европа понимает, которую мы сделали в Югославии, было то, что мы не реагировали достаточно рано. Быстро, да? Быстро. В момент, когда можно было не допустить до так страшного конфликта. И это есть тоже урок для Европы. Это случилось в Европе. Они там убивали сосед соседа. Тем более после Второй мировой войны, да? И не надо было огромной армии, чтобы их разделить, чтобы создать более человеческую ситуацию. Это было тоже время, когда была масса беженцев в других странах. И это обозначает, что несмотря на ошибки, которые, безусловно, были, Европа остается надеждой для тех, в которых странах есть страшные режимы. И мы их видим, и их больше и больше. Сегодня в Польше более чем 1 000 000 мигрантов с Украины. Часть из них это беженцы с Донбасса. С Донбасса, выгнанных из-за уничтоженных домов, убегло более чем 1,5 миллиона людей. 1,5 миллиона людей. Это огромная цифра. Это огромная цифра, и мы никогда не слышали про лагеря для беженцев с Донбасса. Украинцы, украинское государство, украинское гражданское общество приняло их до своих домов. Это организовалось таким образом, что нету
мы не смотрим по телевидению страшных ситуаций. Как тут... в Африке, на Ближнем Востоке, лагеря беженцев, да? Этого нету. Этого просто нету. И это эффективность украинского, украинского государства. И в том плане мы тоже помогаем тем, которые хотят что-то изменить. Безусловно, примером есть Украина. В Украине Польша помогает в реформе местного самоуправления. Другие страны помогают в других вопросах. Очень много положительно получилось в Украине от Майдана. Реформа местного самоуправления. Прозоро. Очень интересная платформа, которая дает возможность смотреть, антикоррупционная платформа, которая дает возможность делать все экономические действия местной власти и наблюдать это и независимыми медиами, и гражданами, и бизнесом. Хорошим примером есть развитие медий, местных медий, более и более местных медий. Добровольно объединяются громады, добровольно объединяются единицы самоуправления, и они принимают более и более решений, и что самым важным, имеют бюджет, которым самостоятельно могут принимать решения, как его использовать. Эти реформы в Украине, они частично делаются при поддержке экспертской из стран Евросоюза, в том числе Польши, но это решение местной власти. Это то, что, что, они, что они сами делают. Не надо тоже забывать одного. Тут относительно недалеко есть страна, которая решила построить демократию. Это Монголия. Страна, которая в прошлом, в истории, не считалась очень демократичной. Вовремя Чингисхана там был более сильный лидер, который подчинял себе всех. Сегодня Монголия является примером азиатской демократии со всеми, с очень сильным парламентом, с относительно слабой властью президента, с экономическим хорошим развитием. Это возможно. Даже я как если поляк... Если ты не имеешь выхода к морю, географически окружен не совсем, так скажем, демократическими. И если ты не в Европе, можно построить демократию, если есть люди, достаточно людей, для которых свобода важна. А второе, которые готовы делать реформы, серьезные реформы относительно быстро. Чем дольше ты ждешь с реформами, тем тяжелее их осуществить. Всегда в Украине спрашивают мне, почему в Польше нету олигархов. Интересный вопрос, кстати, для всех стран СНГ актуальный. Везде есть олигархи, да? В Польше реформа макроэкономическая была осуществлена 90 дней после сформирования первого правительства. В конце 90-го года. В 90 дней украсть все намного тяжелее, чем в 25 лет. Все понятно. Это хорошее сравнение. 25 дней лет или 90 дней. Хорошо, господин Кшиштов, спасибо за ответ. Тогда у нас передача завершается. Последний вопрос. Как вы думаете, вот все-таки вы долгое время работали в Европейском Союзе, да? Прекрасно понимаете европейские процессы, глобальные. Вопрос такой. Можете дать прогноз будущее Европы вот в 2017 году? Что будет? Ваш личный. Думаю, что три момента. Первое. Будут, еще ждем выборов в этом и в следующем году. И мой прогноз, так как это получилось во Франции, частично будут приходить новые люди, но это не будут антисистемные и антиевропейские кандидаты. Время тех, которые пытались
убежать из Европы закончится. Второе, многие страны внутри Евросоюза поймут, что очень важно сделать следующий шаг. Следующий шаг – это подключение до зоны евро. И в зону евро при всех опасностях войдут новые страны, примут решение новой страны. Это еще не закончится полным введением, но будет решение. Третье. Мне кажется, что это время, в которых в тех странах Восточного партнерства, специально в Грузии и в Украине, увидим еще сильнее результаты реформ. На результаты реформ надо подождать. Они осуществлены. Что-то уже видно, но в Украине мы начинаем смотреть экономические развития, и что они входят с новыми технологиями, что они входят на новые рынки, что они будут использовать тоже этот шанс без визового режима. И в Грузии мы видим ситуацию, в которой, не завися от правительства, это очень важно, правительство меняется, а остается направление на Европу, остается направление на сближение. И в том смысле, что Грузия будет продолжать свою стабильность. Ожидаем, что вернется более мечт европейских, и что будет более сотрудничество с Молдавией. Это более на восточном конце. С другой стороны, кажется, что потихоньку решаем кризис мигрантов, что этот поток ограничивается, и что сможем, иншаллах, интегрировать этих людей, которые приехали, чтобы были частью нашего общества, так как частью сегодня польского общества есть тот миллион людей, которые приехали из Украины, и которых встречаем каждый день в магазине, в каждый день на университете или в других местах. И это абсолютно нормально, никого это не пугает. Надо изучить украинский язык, они изучают польский, и спокойно можно жить. И думаю, что это есть самым важным, чтобы политики не забывали, что это наемные работники народа. Что не народ должен за ними продолжать, только что мы их за свои налоги нанимаем, чтобы они решали наши вопросы. А нам не нужна война, нам не нужен конфликт. Мы бы хотели иметь возможность спокойно жить в своем доме, приглашать в гости тех, которых хотим. А с другой стороны, если надо, если видим недалеко, что кто-то нуждается помощью, чтобы мы были готовы солидарно ему помочь. Я уверен, что это из будущего. Спасибо большое. На этом наша программа «Дюйна Дюберту» завершается. Мы сегодня говорили о будущем Европы. В гостях программы был экс-министр иностранных дел Польши, господин Кшиштоф Становский. Большое вам спасибо за столь откровенную и интересную беседу. Я надеюсь на укрепление кыргызско-польских отношений в будущем. И я думаю, что Европейский Союз, как вы дали такой позитивный прогноз, действительно будет развиваться, он будет успешен. Ну и я думаю, в будущем у нас будет такой более стабильный и экономически развитый мир. Спасибо вам. Спасибо вам. До свидания.